Хочу познакомить вас с концептом от Шкоды. Шкода Vision X. Шкода стандарта свои называет все концепты Vision, только меняет буквы. Так вот это X. Самое особенное в этом автомобиле, что он может двигаться на трех видах топлива, что показывает, в принципе, то, куда будет двигаться дальше бренд Шкода. Паркетник построен на базе удлиненной платформы MQB. Суммарный запас хода автомобиля составляет 650 километров, при этом на электротяге он может проехать не более 2 километров. Чехи оснастили модель 1,5-литровым турбомотором TSI G-Tech, который развивает 130 лошадиных сил и может работать как на бензине, так и на сжатом метане. На концепте установили принципиально новый обвес. Основным же отличием стала решетка радиатора, которая разместилась в нижней части переднего бампера. В салоне транспортное средство получило массу обновлений. Среди них стоит выделить, например, руль на две спицы, расположенный относительно низко, а также цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему с сенсорным монитором. Отметим еще и то, что в серийной версии Vision X водитель сможет сам выбирать ведущую ось между тремя вариантами привода – полного, заднего или переднего. На этом мы ставим многоточие, так как подробности об остальных концептах Женевского автосалона вы узнаете из следующих выпусков «Автопанорамы». Приветствую, «Автопанорама». Меня зовут Антони Лоу, я директор внутреннего дизайна в Renault. My name is Markus Eckermann, Managing Director of Porsche Central Eastern Europe, Privitania Auto Panorama.